Всем привет! Знаю, давно не было видео, но на это был ряд причин, о которых я расскажу в этом видео, но и заодно я сделаю там необычно какой-то макияж новой палеткой от LCF. Сейчас. То есть это, видимо, уже такая новогодняя пошла палетка. То есть сейчас я где-то тут вставлю видео, как она выглядит вблизи. То есть тут покажу сразу двое блестяшек. Блин, ни хрена не видно. Двое вот этих блестяшек. Синяя, белая. Я протестила, белая суперская вообще. Вот синюю попробуем. То есть, сейчас скажу. По-моему, или вот этот и голубой, и синий, они матовые, или только голубой. Но голубой точно матовый. И все остальные, они шиммерные. То есть, но мне очень понравилась палетка. Она, в принципе, была бюджетная довольно-таки, по-моему. Сейчас. У меня тут было написано. 149 гривен, то есть, ну, грубо говоря, там, да, без копеек, но давайте скажем 150. И, в принципе, для такой палетки она, ну, нормальная цена. Так что, да. Наверное, буду делать даже два разных глаза, ну, в цветовой гамме. И постепенно буду рассказывать, почему я не выпускала видео, что произошло, и также, что будет дальше с каналом, что я планирую. Так что, давайте начнем. Я уже нанесла крем, но... Все же я еще нанесу и базу. Это база, по-моему. Да. Сейчас. База с сывороткой. Так что да. Сори, если буду уходить из кадра. У меня тут зеркало. Так что, да. Начну с того, почему я долго не снимала. У меня, скажем так, ну, не то, что не было вдохновения. У меня не было настроения. Ну, блин, как это сказать, настроение? Ну, ладно. Не буду темнеть, скажу как есть. Получилось так, что в этом году я закончила институт. Мне надо начать больше. И встал вопрос. Надо найти работу. Ну, надо пойти работать желательно, потому что, ну, хватит быть нахлебником. Так что, да, вот. Я попросила маму, папу, может, подыщите мне, пожалуйста. И в какой-то день, жалко, я не записала в календарике, мне папа мой звонит и говорит: Марин, тебе надо открыть ФОП. А, не-не-не, тебе надо стать ЧПшником. Если кто не в курсе, ЧПшник – это частный предприниматель, то есть, я так понимаю. Вот, я думаю, ну, круто, прикольно, да, окей, круто. Спасибо, нашел работу. Жалко, тут цензура. Я бы хотела показать, чем это выбилось. В итоге, я на секунду остановлюсь, пока чуть-чуть пытается все. В итоге мы встретились с папой, все обговаривать. Он говорит, ты откроешь ФОП. Ну, то есть я открою ФОП на твое имя. И, ну, то есть ты, скажем так, ладно, скажу кратче. Короче, я с этого ФОП ни хера не получаю. Я получаю стаж. Да, стаж, то есть мне идет стаж, то есть сейчас ни зарплату, ни опыт работы я не делал. Но зато мне уже почти неделю папа звонит, отправляет сообщение: Марин, приедь, сними деньги, надо расплатиться. Я не верю. Мне 21 год, я не предприниматель, но я знаю, что если надо расплатиться с поставщиками, это делают со счета на счет. Это, скажем так, белая бухгалтерия. Если это делается с карты на карту, то это уже черная бухгалтерия. Но если снимать деньги, во-первых, я свою задницу подставляю, во-вторых, сейчас, спокойствие, 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 я просто сейчас начну. Во-первых, я подставляю свою задницу, во-вторых, ну, понятно, что наличка пойдет, ну, не мне, не поставщикам, а кому-то в карманы. Поэтому, знаете, я вот хотела с папой это обсудить. И серии, пап, ну, харе, закрывай, потому что меня не могут принять на работу. Это правда. Если вы сейчас закроете ФОП, пойдете в центр занятости, куда я хотела пойти, по совету даже папы, вас не возьмут, потому что у вас есть ФОП. И всем насрать будет, на чье имя этот ФОП. Но был прикол в чем? Еще второй. Папа сказал, не говори маме, бабушке. Ну, во-первых, он меня заставлял обманывать, ну да ладно, не сказал. Но относительно недавно мама об этом узнала, мама и бабушка. Это был скандал. Я поссорилась с самыми близкими людьми из-за отца. С какого хрена, я не знаю. Ладно, пойдем дальше макияжить. Так, я беру тональник из
Добро Ботана, на который я делала обзор, и я его сегодня-завтра высыплю, обещаю. То есть он классный, он ну, то есть его минус он вытекает, но да ладно. Вот. Ну, короче, моя работа была в том, что, ну, скажем так. А, блин, я протупила, надо сначала брови было сделать. Сейчас исправим. Моя работа состоит вот в чем. Блин, неудобно, когда у тебя стол маленький, и ты все нахрен доставил. Ладно. Так, но проблема в чем? Моя работа была приехать на Собинова, блин. Ну, это, ну, кто знает, от меня до Собинова, это, ну, я скажу так, в конце правого берега живу, ну, почти на выезде из города. Собинова — это левый берег, черт на куличках. То есть это, даже, я бы сказала, промзона, потому что там едешь и просто, ну, промзонка. Ну, короче, серии «Что-то приедь, подпиши, не читай». Ну, короче, меня тупо подставляют. То есть, если что, папа просто сольется, и на меня все собаки полетят. А теперь дальше. Почему, ну, ну, с этим же можно снимать видео, кто-то скажет, ребят, нет, у меня нервы поехали. То есть, чтобы вы понимали. Я сегодня ночью не спала, потому что, ну, я переживаю эту ситуацию. И у меня был просто вопрос. Я лежала и задавалась вопросом. Что я могу сделать, чтобы выйти из этой ситуации? Сейчас, сори. Да, я не пользуюсь гелем для бровей, я пользуюсь лаком для волос. Ну-ка, ну давай. Так. Я знаю, я сумбурно говорю, но, пожалуйста, поймите меня. Сейчас. Я сделаю. То есть. Хорошо, с бровями разобрались. Дальше с папой, значит. Сейчас. Там папе сказала, то есть, был еще прикол, он сказал, тебе надо сделать карту, вот мне нравится его фраза, тебе надо, мне нахрен это не надо, у меня все есть, то, что мне надо бы еще на работу найти, вот это мне надо. Если бы ты позвонила и сказала, Марина, вот ты там хотел магазин какой-то открыть, давай, открывай, но я буду с этого там процент получать. Окей, а так, ну, извини, ты себе что-то получаешь, я, извините, дулю получаю, и все. Я должна сидеть довольная? Да ни хера. То есть, на фоне всего этого у меня, ну, конкретно поехала башня, скажем. Давайте скажем так. То есть, у меня вот, ну, были классные волосы, а сейчас у меня, сейчас, вот. Ну, это для меня короткие. То есть, у меня где-то были, сейчас скажу, где-то вот так вот еще волосы. То есть, они, ну, нормальные такой длины были. И после того, вот это все началось, у меня начались нервы, переживания. То есть, ну, как это? Я ни хрена не получаю. Папа мне выводит мозги еще. То есть, ну, у меня конкретно просто все поехало. Башня поехала, до свидания. Короче, я поехала, до свидания. Мама с бабушкой сейчас сидят, думают, блин, что ж делать? Как ей помочь? Потому что, ну, не хотят, потому что, ну, все-таки семья одна. Вот. И сегодня, знаете, я вот, ну, получается, с вечера не могла уснуть, потому что лежу и думаю, как выйти из этой ситуации, что сказать, что сделать. И вот, знаете, я могу, кто-то скажет, дура, еще что-то. Я знаю это все, но просто я хочу найти ответ на свой вопрос. То есть я думала выйти из этой ситуации только одним путем. Я думаю, кто не дурак, тот поймет, как. Как можно выйти из любой ситуации, и это будет стопроцентный выход из ситуации. Если нет, то есть, и знаете, когда я потом сегодня сказала бабушке и маме, ну, я не знаю, как мама, потому что она на работе, вот, а бабушка расплакалась. То есть, знаете, я вот, ну, уже не хочу ни Нового года.
Что это было? Ладно, пофигу. То есть я уже не хочу ни Нового года, ничего. То есть из серии просто закрой ФОП и отстань от меня. Хочешь перестать со мной общаться? Хорошо. То есть вот, чтобы вы понимали. У меня не раз было такое, что я вот там звоню папе, говорю, пап, я не приеду на твой день рождения, допустим. Но у меня и были свои причины, блин, с какого хрена я должна менять? Он сказал, не приедешь, ты мне больше не дочь. То есть, вот так вот. Потом, сейчас я ему про вот эту карту говорю, что... насчет карты, что я не договорила. Он сказал, сделай карту, тебе надо сделать карту, приедет какой-то левый Денис... И ты должна эту карту ему отдать. Я так думаю, схренали, иди нахер. Не отдам я Денису. То есть, Денис, иди нафиг, ты ничего не получишь. Вот. И если доверяешь так Денису, ну так откроет на Дениса ФОП. А я буду жить себя спокойно. Вот. Так что, вот я сказала, я делать карту не буду, я не буду ее отдавать левому Денису, делай что хочешь. И он тоже говорил, Марин, ну если ты мне не доверяешь, все, нам не надо общаться. Ну не хочешь общаться, так и скажи, я ж не дурочка, я пойму. Потому что, вот уже 13 лет, как вы родили в разводе, все идет к тому, что, папа просто хочет перестать общаться. То есть у него вот есть семья, вот как говорила моя бабушка, его мама, бабушка Тамара, что, Марин, ты же понимаешь, у него сейчас другая семья. Так у меня, блядь, семья. У меня семья мама и бабушка, которые нервы. Которые со мной живут и страдают со мной вместе. То есть у меня уже просто бессонница, у меня так, я пью успокоительные, схожу к специалисту, потому что, это неадекватно, это уже. То есть, знаете, я тут выписала, конечно, но да. То есть то, что папа меня сейчас, тупо не слышит, то у него семья его сраная, и все. А все плевать он хотел. Я знаю, это сейчас эмоции, все, но... Сори. Знаю, надо сдерживаться. Буду сейчас сдерживаться. Пудра тоже из этого Добробота. Потом, и поэтому я не знаю, что будет дальше. Может, знаете, там папа сейчас в командировке. Знаете, как он мне сказал? В командировку уезжаю. Ага, ты на отдых уехал, я знаю. То есть за границу. Потом. Я не знаю, что будет дальше с нашими отношениями. Может, мы там вот встретимся, дай бог, через неделю. Перестанем общаться. То есть друг друга пошлем нафиг, и все. На это все закончится. То есть он мне не носил вот мозги, я ему не носила мозги. Вот поэтому. Знаете, мне иногда чувство, что я вот для мамы жила на ребенок, а вот, для отца не очень. Не общайся. Кто тебя заставляет? То есть я это нормально восприму, это твой выбор. Я не маленькая, я проживу, у меня есть семья, у меня есть персик, в конце концов. Вот. Кстати, про персика. Ладно, давайте уже перейдем к другому. Я объяснила. Короче, папа... У нас с папой конфликты сейчас сплошные, он меня не понимает. То не так, это не так, то третье, десятое. И вот этот ФОП, то есть я не знаю, что дальше будет, поймет ли он меня. Вы поняли, он меня просто жестко подставляет. Надо подставить дочку. Вот. Да. Теперь перейдем к следующему видео. Сейчас даже сделаю чуть маленький перерыв в макияже. Я расскажу, смотрите. У меня есть, я купила сейчас даже... Я заказала на Eva.ua, потому что у нас не было магазина. Косметику, посвященную Хэллоуину. То есть сейчас. Но тут не только, кстати, Хэллоуин. То есть я купила две вот таких палетки. Зомби. Потом дальше тут два, по-моему, грима. Вот этих тут. Кто знает, тот знает. И также база под макияж. То есть такие новинки. Я сделаю макияж, скорее всего, в этом году, но выпущу я его в следующем году к Хэллоуину. То есть, потому что, понятно, я уже пролетаю. Я лучше заколю волосы, потому что мне это не неудобно очень. Вот. Также у меня есть... Открыл... не буду рассказывать всего. Косметика из Добробота. У меня уже есть 4 части.
Может, будет скоро пятая, я не знаю, не буду обещать. Вот, и я ее тоже выпущу. То есть, скорее всего, когда вы будете смотреть это видео уже, ну, я выпущу эти, или вечером, ну, короче, в ближайшие дни точно я, ну, открою эти видео. То есть, я их загрузила, но они закрыты. Вот, дальше. И по поводу теперь новогодних видео, они будут. Сегодня, я не, ну, скажем так, сегодня я планировала другой макияж делать, но я просто сегодня была в магазине, увидела палетку и думаю, надо сделать, и заодно сделать разговорное видео. Поэтому сегодня выйдет два таких новогодних видео. Это будет вот эта палетка, но это будет, знаете, даже назовем нулевой образ на Новый год. И второе видео, то, что сегодня выйдет, это будет первый образ на Новый год. Система та же, я буду делать какие-то макияжи, с которыми я была бы готова встретить Новый год. Так что да, может что-то из этого я себе подберу на Новый год, может вы что-то себе выберете, то есть. Так что вот так вот. То есть я буду стараться сейчас входить в это все русло. Поэтому да. Так, дальше. Тоже купила наконец-то себе стик, потому что сейчас, если я найду его тут, а я его не найду, потому что я его куда-то делаю. Короче, у меня уже был вот такой вот, это праймер стик. Вот, то есть, вот видите, сколько его тут у меня вот в старом. Фу, ладно, лучше бы я этого не... То есть я купила новый, обновленный, поэтому тоже вот будем пробовать. Наконец-то дошло. Когда покупала маме подарок. Вот. Да. Знаете, честно, вот я сейчас, ну, я уже купила подарки там, знаете, всем. И маме, и бабушке, и папе. Я вот, знаете, сижу и думаю, блин, а стоило ли ему покупать подарок? Потому что, ну, сейчас кто-то скажет, ну, это ж папа, для ля-ля, тополя. Но, знаете... то потом, ну, человек, который тебя насрал в душу, его выкинул, потому что я уверена, множество подарков, которые папе дарила, он выкидывает. Даже банально, я ему подарила, по-моему, 2 или 3 года назад футболку на день рождения. Я его попросила, папа, пришли фотографию или что-то. Я уверена, сейчас или ее нет уже, или она как половая тряпка для швабры. То есть, ну... То есть, как бы, в серии, когда он мне покупает, я обязана это носить. А когда я ему что-то дарю, я потратила, извините, на это деньги. Деньги не маленькие. Вот. Так нет. Ладно, начнем. Макияж. Так. И сменила ракурс, потому что стало темно. Я еще включила лампу, но я расшторила. Сейчас посмотрю. Нет, все-таки с лампой чуть лучше. Ну, да, согласна, сейчас не очень, но как бы, я думаю, зайдет. И фонарики, их почти не видно. Ну да ладно. Вы уже видели, что они красиво светятся. Это самое главное. Так, перейдем к палетке. Вот ее минус, она тяжело открывается. Теперь я могу еще оболевшим. Блин, вот у меня прям глаза разбегаются. Я не знаю, что попробовать. Вот хочется сделать, знаете, один вот такой какой-то... Сейчас. Вот голубой, синий, допустим, вот такой. Там. Потому что я сначала думала сделать, вот знаете, какой-то праздничный, а потом как повседневно. Но, скажем так, из вот этой палетки повседневные цвета, это вот такой светло-коричневый. Я пальцем зарезала. И вот такой вот. То есть, ну и чуть-чуть вот эти светлые вверху, но это не то. Мама. Ну тут много голубых всяких цветов. Ну давайте экспериментировать. То есть давайте я на одном глазу сделаю вот синий, голубой, вот такой голубенький. Там вот такие блесточки, которых я уже набралась, молодец. И да, если в кадр попадут мои ногти, сори,
Я не понахотела, ему уже больше месяца, как бы, да, их состояние не самое лучшее. Да, кстати, минус палетки в том, что, скажем так, на ней видны все, ну, пальцы, ну, отпечатки, не отпечатки, следы. И тут нету зеркала. Ну да ладно, ничего. У меня есть маленькое мое зеркальце, которое тоже измерит ногтей. Так что да. Кстати, пигментация у них хорошая. Давайте сначала я даже... Хотя... Давайте я пару сводчей сделаю вот таких. Так, давайте. Синий возьму, голубой. Чего? Сейчас я вам хочу это показать. Это ни хера не желтый. То есть вы видите, я против. Ну, как бы он желтый, но. Бля. Давайте какой-нибудь. Бля, какой. Давайте вот такой еще. Возьмем цвет. Нет, с ней все хорошо. Ну, может, это такой, знаете, бронзово-золотой, я не знаю, короче. Давайте попробуем. Как металлики, то есть. Пигментация тут ну, классная, нормальная. Вот. То, что они сыпятся еще, конечно, это минус. Ну да ладно. Вот, то есть. Но. Как для меня голубой, да, его можно использовать, он классный. Но, как по мне, он еще, знаете, вот этот цвет 90-х, 80-х, то есть вот такие. Когда наши бабушки и прабабушки это пользовались. Давайте еще какие-нибудь посмотрим. Давайте вот такой возьмем. Я хоть там в камеру. Ну, кстати... давайте коричневый. Очень хочется посмотреть. То у меня уже вот так пальцы будут. Нормальный. То есть вот это он, вот это то, что голубой такой. Видите? Сейчас мне надо стереть это все. Я не буду показывать салфетки, но скажу то, что салфетки классные. Хотя, а черт, сейчас сотру и смотрите. К сожалению, была у нас некая ситуация в семье. Я просто не хочу, чтобы некоторые люди об этом знали. Ни их не дело. И получается... Мама купила такие салфетки. То есть не смотрим на этот. Это, ну, это других салфеток. Вот. И салфетки. Они продавались в просторе. Но с неких пор в просторе я их не видела. Но у нас сделали магазин. Кто живет на трех тополях, скажем так, на первом, втором, третьем. Знаю, это есть кинотеатр Сич. Там вот, если вы смотрите на кинотеатр, и идете направо, там всякие ларёчки, и там есть магазин Изи. Английскими, украинскими буквами написанный. Вот. И там вот такие салфетки, они дешевле. То есть там, где мама покупала, они стоили без акции 16 с чем-то, а с акцией 14 с чем-то. То есть. Ну а в Изи они стоят 10 гривен. То есть, поэтому как бы там лучше. Но в Изи вообще там много всего интересного, конечно. Мало косметики, потому что я думала купить тоже, делать как видеообзор, но там мало очень. Но некоторые продукты, они, в принципе, дешевле. То есть тут какие-то стразики, там 15 гривен стоят. Вот я бабушке купила на Новый год щеточку для лица очистки, там 15 гривен она стоит. Я понимаю, там качество будет фигня. Но лучше купить за 15 и хоть каждый месяц ее менять, чем покупать за сотку и... Через каждые 2 недели менять. Потому что я знаю, что было и такое. Поэтому вот так вот. Прорекламировала Изи. Так что продолжим. Кстати, проблема, я не могу открывать вот такие зеркала. Так, беру синий. И наношу в уголок. Бля. Ну, все скаталось, пока я разговаривала. Нормально? Сейчас исправлю.
Только на один глаз. Сейчас я буду делать один глаз. Ну. Тут нету кисточки тоже. Не очень. Конечно, сыпучий, заразы. Но, в принципе, ну, цвет классный. То есть, я потом покажу уже, ну, допустим. А если я выключу лампу, будет? Короче, я потом покажу. В конце вставлю, как это выглядит. То есть. Дальше, 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 дальше. Возьму голубой цвет. С этой палеткой можно даже несколько видео делать. Кстати, вот самое интересное, вот чем, ну, мне не нравятся такие какие-то голубые, синие. Они на праймере. Как, ну, то, что я говорю, бабушки, дедушки. Поэтому... Но, в принципе, если это, ну, отыграть, и в уголок я нанесу вот этот бледно-бледно-голубой. Синие цвета. Но как-то... Да, я согласна, я не гуру макияжа, я не стремлюсь. Поэтому так вот. То есть, уголок на... А теперь самое интересное, нанесем синие блесточки. Ой, блин. Короче, они очень мягкие, надо быть очень аккуратными. Но, блин, это так классно. Неудачно палец, конечно, выбрала, но сори. Чуть-чуть растушую. Сейчас как-то даже вот прям, ну, знаете, вот говорят, блестки спасают мир и спасут положение. Конечно, их об салфетку вытирать — это еще тот гемор. То есть блестки только убирают, скажем так, сколько. Ну ничего, давайте сделаем это. Я ничего не теряю, время у меня есть. Я надеюсь. То, что кому-то еще ставить елку сегодня. Хорошо, она отклеила скотч. Так что. И просто так два пальца прислоняю и отдираю. А, даже я не тот палец. Ну, пофиг. Что вот так вот. Так, с этим глазом мы разобрались. Теперь, так, что у меня там? Ну, скорее всего, блесточка какая-то на глазу. Ну да. Так что. Теперь другой глаз. А вот другой глаз — это интересно. Блин, то есть, если бы, вот знаете, синий, оно с голубым как-то можно, то вот, блин, что ж можно еще такое сделать? Бррр. Я просто хочу желтый использовать, но он, блин, как-то, знаете, сделать флаг голубо-желтый. Ну нет, тут еще надо можно розовый использовать. Ну, давайте, кстати, попробуем вот какой-то взять. Сейчас я еще так посмотрю, подумаю. Я, наверное, возьму вот этот желтый, вот этот розовый такой. Темный бар розовый, скажем так. И попробуем. Я же сразу говорю, я не специалист макияжа, я не визажист, мне оно и не надо. Поэтому у меня такое любительское. Использовать новенькую. Ну, это у меня со всеми новыми палетками, мне жалко. Ага. Это или кисть, или...
пигментированный. Взять и сверху другой цвет нанести, что будет. Я поняла прикола. Цвет, но как бы окей. А теперь прикол. Я ж поверх вот этого решила вот этот нанести. То есть вы понимаете. Сейчас я даже его посвочу больше. То есть вы поняли, да? В чем прикол? Фокусируйся. То есть тут, как и в желтом, есть скрытый типа пигмента, как я сказала бы. Поэтому так вот. Ну, сделала бы я сводчу, так это бы все было бы видно. Но пофигу. Ладно. Ладно, будем так. И теперь наносим желтый. Все будет нормально. Блин, а можно было желтый и коричневый. А ну, сейчас я сотру. Палеткой можно Харли Квинн сделать. Но, блин, розовый он въедается. Всё, вернулась в глаз. Сотру не до конца отстирался, но пофигу. Сейчас. Я сделаю коричневый и желтый, но я, наверное, возьму коричневый темный. То есть можно, конечно, хотя, блин, ногтем залезла, использовала, испортила, но ладно уже, то есть, то есть. Пофигу. Я уже нанесла праймер, так что наносим коричневым. Это что ж такое? Ну, он прям такой лайтовый очень цвет. Плюс этими кисточками не очень прикольно. Такие. Мягкие. По сравнению с тем, что есть. Я покупала два набора. Жесткие, а вот эти еще по сравнению с ними мягкие. Я туда больше лезть не буду. И теперь желтый делаем. Желтый это коричневый. Вот такой бронзовый. Ну вот что вот это такое? Это ж не желтый. Блин, я отчасти эту палетку взяла только из-за желтого цвета. Это такой, блин, некрасивый цвет, шо ужас. Пойдем по старому пути. Блестки спасут положение. Но. Да, все, в одежду вытираю. Берем белые тени, которые я тестила в конце. Набираются. Они прям очень мягкие. Давайте я, кстати, попытаюсь пальцем нанести. Делать. Ищем способы. Это нормально. Это вот такие отвратительнейшие цвета, шо ужас.
Бывает в прошлый раз. Ну да ладно. Что-то вообще пошло по одному месту. И теперь берем вот так. Раз. Давайте сделаем под руку. И красивейшие блесточки. И наносим их на середину. Они переливаются зеленым. Так уж и плохо. Сейчас только поправлю. Убираем излишки блесточек с пальца. Теперь стираем руку, чтобы она не отвлекала нас. Желтый он оказался таким фигней. И что вообще цвета, которые там были, оказались не все, которые... Ну, не все то, правда было. Так, мы можем дальше сделать. А мы можем дальше сделать глаза. То есть, опять же, можно использовать... Вот я вообще как думала? Я думала сделать один глаз синим, как я делала, и второй глаз розовыми такими цветами. Думала вот такую взять тушь. Плевать, что там, знаете, она вот такого темного цвета. И это не будет видно, что это прям такой цвет. Но думала, ладно. Но раз уж у меня глаз этот, можно сказать, в коричневых цветах, возьмем черные туши. И для этого глаза я взяла синюю тушь. Слава богу, она хоть при. Почему, кстати, две туши? Потому что, ну, мне теперь одна тушь не дает тот эффект, который я хочу. Кстати, вот эта тушь, она с добробутом. Сначала я ее прочесываю, прокрашу, но не но аккуратно. Видео сейчас вспомнила. Также, да, у меня есть план там некоторых видео, но также принимаются заявки на видео, которые вы бы хотели. Вот, например, мне написала одна девочка, что хочет увидеть, ну, мои чехлы. Да, я делала уже видео «Мои чехлы» на мой Samsung, но они у меня, ну, появились новые, поэтому я, в принципе, могу снять. Но, опять же, показывать прям все-все-все-все? Ну, наверное же, да. Тоже сейчас вспомнила. Я буду делать видео, скажем так, для, ну, новогодний образ. И вот в вертикальном положении. Это будет скорее как в ТикТок, и в Инста, в Ютуб. Поэтому так. Это тоже мне там девочка одна подкинула в Инстаграме идею, что это можно делать. То есть я буду просто красить, потом подставлять музыку, и все. Ну, и еще принимаются не только идеи для Ютуба, но и для ТикТока. Я хочу его тоже развивать, потому что пока что не сильно мне там получается его развивать. Тут надо взять маленькое зеркало. Пользовалась. Уж муж там засохло, блин. Ой, прокрашу, блин, глаз. Так, тут надо бы припудриться. Где кисть? Я возьму даже сейчас другую. Чуть-чуть. Эту. Добробутом. Просто хочу синее то, что осыпался, вот так вот убрать. То есть. А теперь самое интересное. Сейчас. Смотрите, я подозревала, что на один глаз или
на оба глаза. Я хочу сделать, ну, черную обычную стрелку. Да, кстати, если что, вот эти тоже из Добробот. У меня прям все из Добробот еще. Ну, а это от La Mer, то, что я когда-то, по-моему, показывала. Тут штамп и лайнер. Но я подозревала, что один глаз у меня точно будет синим, там, в сине-голубых. И взяла... То есть, да, тут тоже вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, кстати, этот не нужен. Какие-то розовые нам не нужны уже. Вот. Короче, вот эти 6 цветов. Они, я думала, их... А, нет, стоп. Нет, стоп, стоп, стоп. Вот эти карандаши, они все с Добробота. Вот что я хотела сказать. И я отсвечиваю. Что? Отодвинься чуть-чуть. Я Каспер. Вот, то есть, тут синий, голубой. А вот эти уже там, по-моему, все даже... А, нет, это вот эти вот Glambi. Эти вот La Mer. Ну, короче, не суть. Я вот теперь не знаю, что мне делать. Ну, это тоже такие эксперименты будут. Ну, да ладно. Вот, знаете, вот у меня есть два вот таких карандаша восковых. Они классных цветов. Тоже это, по-моему, в последнем обзоре я покажу. Вот синий-голубой цвет. Они классные, там пигментация суперская. Я вот просто думаю, так этим карандашом нарисовать такую толстую, жирную стрелку, а потом... Внутри нарисовать маленькую черную аккуратненькую. Но, а что с этим глазом делать она? Потому что, ну, у меня нету коричневого. Или если сделать тут жирную черную просто, а тут жирную синюю и внутри черную. Ну, не знаю, короче. Надо подумать. И опять же, а какой цвет взять? Ну, у меня тут в конце синий, поэтому возьму синий. Попробую. У меня еще с стрелками проблема. Хвостик вот красив. Ну, как есть, так есть. Так что да. Так, у меня вопрос. Наверное, это я нарисую, по-моему, она хорошая, но она почему-то течет. Я не знаю, я вроде ее закрываю, то есть не пачкаю ничего. Со стрелками проблема, ну вот. Я понял, нарисовал за 5 секунд стрелку, которая мне нравится. А вот тут прям что-то не пошло. И она прям грязная как-то. Блин, не оттирается. Ну, мне почему-то кажется, что... Ну. Блин, мне шо, глаз этот проклятый или шо? Короче, я даже не буду пытаться исправлять, потому что я сделаю еще хуже. Но, и, кстати, ладно, переходим к помаде.
Я думала, для такого образа, ну, раз у нас больше акцент таких на губах, то мы можно взять вот, какой-то вот у меня тут три блеска. Это маленькая принцесса или маленькая фея, вот что-то такое. То есть еще ей точно больше 13 лет. Это татуха хреново помнит от чего это. То есть она уже только блеск есть в каком не очень виде уже, но, блин, все нормально такой. Я просто думаю, он у меня закончится, что я дальше буду делать? Где его возьму? А это от меня подарила подруга. Она его купила, но что-то он ей не понравился. Она его пользовала даже как тени. Поэтому да. Но мне кажется, я возьму вот какой-то вот такой вот блеск. Потому что этот, ну, совсем... Этот, ну, тоже не очень описала, блин, свои чувства. Так что да. То есть вот так вот получается. Ну, тут стрелка, конечно, не задалась, по-моему. Я отсвечиваю. Не, ну, кстати, глаза прикольно смотрят. Вот тут стрелка вот прям суперски получилась. Да, кстати, вот видите, прикол, у меня вот тут прям куча сыпи, вот она побаливает, а вот тут прям чистенько. Я не знаю, то ли от подушки, то ли еще не знаю чего. Так что вот. Сейчас буду на другом, ну, попытаюсь лапу показать.